Друзья, всем привет! Приехал на выставку электрокаров, которая находится в городе Минске по адресу Куйбышева, 45. Посмотрим все электрокары, которые здесь представлены на данной выставке. Огромная просьба с вас лайк, подписка. Погнали смотреть видео. Друзья, ну и первая электричка, китайская, судя по всему, Expand G3. Не судите строго, с английским у меня не очень все хорошо. Ну, они бушные, можно видеть. Максимальная скорость 150 км, 47,1 киловатта. Батарея, привод передний. Запас хода, кстати, 350 км. Динамика с нуля до сотки 7,9. 24 тысячи долларов. Вот именно за вот этот вот экземпляр просят. Автомобиль 2019 года. Он закрыт. Ну, такой вот дисплей, можно видеть, камера заднего вида включена, кожаный салон. Кстати, вот не знаю, эко-кожа или натуральная, это, конечно, вопрос. И следующая электричка, ребят, могу ошибаться, но, скорее всего, китаец, более чем уверен. Название красочное, Будхан 2020 года. С пробегом 7000 километров, максимальная скорость 185 километров. Кстати, динамика нифиговая, 3,5 секунды с нуля до сотки, аккумулятор 76,9 киловатта. Запас хода 550 километров. И цена 43 тысячи долларов ровно. Закрыто, можно видеть. Кстати, тоже салон вроде как кожаный, но скорее всего эко-кожа, потому что даже в Tesla Model 3 кожа-заменитель, но смотрится достаточно интересно. И еще один китаец. Блин, я могу ошибаться, но вроде как китаец. Здесь бат танк какой-то, ЕВ, если правильно произношу, 600D. Максимальная скорость 180 километров. Пробег у автомобиля 20 тысяч. Автомобиль 2019 года. И динамика тоже достаточно неплохая. 4,5 секунды с нуля до сотки. Запас хода 500 километров. 39 тысяч. Ну, это типа паркетника что-то. Хотя привод, скорее всего, будет передний. А нет, привод полный.
километров, да? Можно будет расставить. Усиливать надо будет сам этот крючок чем-то. Потому что с такой мощью он реально потянет. И сразу в ряд. Ну, здесь, кстати, информации особо никакой нету. Идем дальше. И еще один китайский автопром. Это Будьян EV535. 20 тысяч пробега. Автомобиль 2019 года. Максимальная скорость 150 км. Аккумулятор 53 кВт-часа. На 410 километров запас хода, привод передний, 17 500 долларов. Ну, в принципе, ценник достаточно приемлемый, на мой взгляд. Но, опять же, если вы готовы отдавать эти деньги за китайский автомобиль. Ну, смотрите, здесь запасное колесо сзади. Ну, на самом деле, на любителя. Ну, если надо, что называется, бюджетная электричка, то имеет место быть. Благо этих электричек китайских, самых всяких, развелось достаточно много. Огромное количество. И следующий это Буд Е2. Год выпуска 2019. 12350 пробег. 35 киловатт. Аккумулятор, запас хода 305 километров, 52 500 белорусских рублей. Блин, все закрыты. Тоже можно видеть, что кожаный. Но это, блин, скорее всего, это все не кожа натуральная, а кожа-заменитель. Но, в принципе, вот эта вот светодиодная такая подсветка очень классно смотрится, прикольно. Здесь, ну, это уже Hyundai Kona 2019 года, максимальная скорость 167 километров, 64 киловатта аккумулятор, динамика 7,6 секунды с нуля до сотки, 500 километров запас хода. Ну, кстати, по деньгам не написано, сколько стоит. И тоже, скорее всего, закрыт. Ну и здесь у нас Nissan Leaf второго поколения 2018 года. Максимальная скорость 144 км, 40 кВт аккумулятор. По динамике 7,9 с нуля до сотки, 270 км запас хода, привод передний, 19 999 долларов. Пробег у данного автомобиля 53 тысячи километров. И следующий автомобиль это Tesla Model S. А, к сожалению, цены нету. Продается, не продается, неизвестно. Можно вон видеть, водичка внутри стоит, бежевый кожаный салон. Ну, достаточно интересный автомобиль. Что касается Model 3, было у меня на обзоре. А, может, кто не знал, у нас Tesla Model 3 можно взять в каршеринге. То есть, как минимум, их пару штук в Белоруссии, в Минске. Вот одна, можно видеть, черная и белая. Вот точно такая же белая была у нас на тест-драйве, на обзоре. Тоже можете найти это видео в плейлисте по обзорам авто. И здесь можно видеть Volkswagen ID.3 с пробегом 14 тысяч километров, 160 тысяч. Максимально 160 километров максимальная скорость, батарея 77 киловатт, по динамике 7,8 с нуля до сотки, запас хода, кстати, 550 километров. Практически новый автомобиль,
2021 года. И смотрите, с каким медведем. Это Tesla U. Tesla Model U. 50 километров пробег у нее. 241 километр максимальная скорость. 82 киловатта у нее аккумулятор. 3,7 с нуля до сотки динамика. Привод полный. 480 километров запас хода. Так скажем, уменьшенная Tesla X. И смотрите, вот такая вот таблетка тоже была у нас на тест-драйве Fiat 500 с приставкой E 2017 года. Вот по цене можно посмотреть, 49 тысяч у него пробег, 141,1 километр максимальная скорость, 24 киловатта батарея, 9,1 до сотки, 139 километров запас хода, привод передний. Ну, кстати, цены данной модели нету. И здесь BMW i3. По цене вот сразу видно 70 570 белорусских рублей 2018 года с приставкой RX. Ну, это значит, что с бензогенератором 150 километров максимальная скорость, 32,2 киловатта аккумулятор, 21,200 пробег, 7,3 до сотки, 300 километров запас хода. Ну, наверное, я повторюсь, ребят, если скажу, что у нас мы снимали целых два BMW i3 и 2014 года, насколько я помню, и 2017 года тоже можете перейти. Целый плейлист на канале есть по обзорам. Все там можно будет посмотреть. Так, друзья, Audi e-tron. Ну, я думаю, было бы, кстати, интересно на обзор. В принципе, даже неплохо. Мне казалось, как-то будет похуже. Сиденья не подгоняют, отрегулированные. Посмотри, там ты не сможешь ничего подойти, посмотреть. Нет. Сядь назад. Ну, такой глубокий туда, да? Блин, слышь? В принципе, ну смотри, такие. Кстати, присоски есть. Блин, ну, панорама. Не, интересная машина на самом деле. Такая вот джойстик такой для переключения передач. Кожаный салон. Кстати, скорее всего, натуральная. Потом пройдем, если получится, спросим. Может, нам что-то про нее расскажет, потому что я особо про нее ничего не знаю. Знаю, что это электричка, Audi e-tron. Ну, машина-то на самом деле, мне кажется, интересная. Но информации никакой, просто здесь никаких буклетов, ничего нету. Поэтому... Ага, и замкнуто. Как вам Tesla X, разобранная частично? Ребят, ну а тут просто пушка. Это Сибус А01. Максимальная скорость 80 километров, 9,22 у него емкость аккумулятора. Привод задний, 120 километров запас хода, 5000 пробег 2020 года. Такая вот ракета. Вот такая вот таблетка. Ну, конечно, размеры можно видеть. Вот такой вот багажник, как кофр навесной сзади.
Сейчас посмотрим.